Ассаламу алейкум, ардақты қырғызстандықтар. Мен атым Қадырбаев Кенжебек Ишенбаевич, Қаралта шарын атынан келдім. Еңгеле кішінеке кезменіле бұйрыса музыка менен әлектеніп, бүгінгі күнде Қаралта шарын мересінде еш алпырып жүрем. Оша қарауыстан бұрок, негізі музыка жан дүйнөөсті бар. Бұйрыса көптеген игілікке жетебіз деген жақшы-жақшы ниеттер бар. Асман еңгеле мықты проекттердің бірі. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Қадырбаев Кенжебек Ишенбаевич, Қаралта шарынан келдім. Сіздерге дүйнөгө танымал James Brown, I feel good, тірдестені. Ұрда пергі ұрсатып қойыңыздар. Кеттік. Woo! I feel good. I'm moving my mood now. Yeah. I feel good. I'm moving my mood now. Yeah. So good. So good. Like sugar to spice, I feel nice. Like sugar to spice, so nice, so nice. I'm gonna you, yeah. Woo! Look it up. When I hold you in my arms, I never hold you. Sugar to spice, yeah, yeah. I feel nice, like sugar to spice, yeah. So nice, so nice, I'm gonna you, yeah. Ah, yeah. Что сказать? Мне, допустим, не хватило вот этого рок-н-ролльного настроения. Вот, допустим, если бы Кайрат бы исполнил эту песню, он бы ее исполнил классно. Он бы подал бы ее, и да, он бы сделал это круто. Вот, а, наверное, тебе надо еще поработать. Я говорю нет, сори. Бирок негизи Кеша мен көптөн бери таанышпыз. Кеша барабанда эң сонун ойногон музыканттардын бири. Дээ мындан бери 10 жыл мурун бир группада дагы иштечиге Кеша был барабанщиком, я был певцом, да, но у нас эта группа не состоялась. Ультрамарин на спеле? Жок, ультрамарин мес. Башкалч. Анан кийин, а насчет вот выступления, негизи, ну, кандай деп айтсам, мындай, если бы я исполнил мес. Если бы, ладно, если да. бы я исполнила. И если бы вот Самат исполнил эту песню, да? Нет, Самат не смог исполнить, да, Самат? У него ладно. Немножко другое направление. Да, у него романтика, душа. Вот предыдущая песня. Where are you? Dolores, my love. Ну, вдруг, чинели, немножко, чинели, дай бри. Айой, ачыктык, раскрепощенности немножко не хватало. Эми бирок ал мүмкүн толкундануудан болдубу же ошондой болдубу, анан кийин мен дагы тилекке каршы ушул жок деп кое атам да. Я почему-то увидел, ну вообще, если честно, вот вашего драйва, наверное, ваши эмоции не хватает многим из нас, потому что мы как. Мы все правильно на сцене, мы приходим, кланяемся, такие хорошие слова говорим, улыбаемся, да, вот иногда, может быть, таких вещей вот не хватает. Вот как вы это сделали, прям с первого раза, прям сразу там, ау, Деверяна, ну, еще красиво закончили. Все замечательно, видно, что вы очень давно на сцене, то есть не боитесь сцены, но вот единственное, конечно, по вокалу, может быть, это не ваша песня была, не знаю. Я, к сожалению, тоже пока вам говорю нет. Че, Рокот? Мындай экен, да? Не потому что, я его Кеша называю, мы с ним очень хорошо знакомы, он мой братишка, не только поэтому, он хорошо спел, нормально спел, но песня, она настолько драйвовая, что ее нужно что было надо, да, да, донести, но я бы хотел дать ему возможность, потому что, кто его знает, может после Кеши, может быть, еще хуже будут артисты, которых мы будем вынуждены пропустить. Вот я им башню дардаган кринчила ушунда, да? Ты даешь информацию, кому-то может не хватить, но после тебя сенинги кадамдар ал информацию андели берел бы вашим мүмкүн, да?
Андықтан мен Кешаға ова деп айтмақшым, бірақ мен доғышым ешнерсен чешпейді екен да бұл жерде. Тілеке қаршы, бірақ мен саға ова деген жауапты. Шын рахмат.